Да, это действительно так. Скажите, с чем связано было такое решение кадровое? Ну, с тем, что человек профессионал, и поэтому, собственно говоря, замдиректора, она будет курировать те проекты, которые ее деятельности более зрения находятся. Ясно. Не рассматривается возможность ее назначения директором? Все равно нет такого, да? Может быть, обновленный старый ТЮЗ, который отреконструируем, тоже нет такого? Ясно. Ну, здесь не именно за Светлану Владимировну, может быть, да, вообще на всю, может быть, сферу, да, культуры, которая не в той степени и не в той мере дорожит своими учреждениями, да, и заботится о них. Поэтому здесь речь шла о каждом даже руководителе, который подведомственно имеется в виду в том числе, потому что, ну, министр, да, я, допустим, да, вот сейчас в данном случае, если не будет на местах вся отлажена работа, так скажем, по разным направлениям профессиональной деятельности, это будет, либо это будет хозяйственная деятельность, да, либо это будет противопожарное мероприятие какие-то, любое действие. Если каждый руководитель на своем месте не сможет достаточно сделать все для сохранения своего учреждения, то ни один, любой министр, который на своем месте, не может это сделать. Поэтому речь шла вообще о всей сфере. Угу. Это мы были как пример, да, так скажем, именно как культура, потому что здесь все произошло. Но поверьте, это может коснуться каждого и любой сферы, если это пройдет в какой-то. Поэтому призыв был каждого руководителя в отдельности, и в том числе министерства контролирующего органа по всем мероприятиям, было именно вот сделано в этой точке зрения.